Все, чем славятся мастера юга, представлено на этой выставке. Экспозиция, около 40 работ ремесленников и дизайнеров, изделий из текстиля, дерева. Все хендмейд. Я представляю интерьерные вещи. Это шкатулки, комодики, часы, тарелки, ручной росписи. Исходные материалы – это в основном дерево, палитра красок, роспись. Все сделано, естественно, с любовью. Творчеством я занималась всегда, но, как зачастую бывает, мы сначала пытаемся сделать карьеру, достичь какого-то определенного уровня, семья, все остальное. И я, наверное, счастливая женщина, у которой такой момент, что я могу заниматься любимым делом. Вот то, что приходилось иногда отодвигать на второй план, сейчас я вплотную могу этим заниматься. Большой интерес у посетителей выставки вызвали украшения. Серьги, браслеты, кулоны, выполненные из бисера, ткани и натуральных камней, приковали взоры. Мастера выполнили их в самых разных стилях – от классики до современного стиля casual. Я просто ходила здесь, гуляю с друзьями и видела вот такие красивые украшения, казахское. Мне так нравилось. Я хочу все это. Мастера и мастерицы съехались из разных районов Шымкента. Тюркобасские рукодельницы привезли музыкальные инструменты, шахматные фигуры и посуду. Казима Умбиталиева – педагог по образованию. Выйдя на пенсию, 64-летняя женщина решила освоить ремесло. Вместе с подругами и родными она начала изготавливать предметы домашнего обихода казахов. Береке үй тумары. Я сделала тумар береке. Это юрта. Их нужно вешать в доме. В таких юртах наши предки растили детей. У каждого знака свой символ. Белые и черные нити – это жизнь. Изображение снизу символизирует продолжение рода. Эти работы несут особый смысл. В доме, в котором висят такие украшения, всегда будет достаток. Помимо интерьерных украшений, на выставке был представлен широкий ассортимент одежды. Предложить покупателям мастера могут не только платья, пиджаки, головные уборы, но и даже шубы. Подобная выставка в Шымкенте проводится впервые. По словам организаторов, у участников есть возможность получить путевку на экспо. Но для этого нужно пройти отбор. Главный критерий – продукция должна быть качественной и оригинальной.